снова здравствуйте. Сегодня я хочу вас познакомить с костюмом, который называется «Тройка мембрана». Выпускается компанией «Аламдар», город Тверь. Этот костюм состоит из трех вещей. Это идет куртка, жилетка, ну и, естественно, штаны. Мембранная ткань алова – это 100% полиэстер с мембранным покрытием, расположенным на изнаночной стороне и защищающим от влаги и ветра извне, но пропускающим изнутри испарение тела и воздух. Такая дышащая структура материала обусловлена крепко сцепленными между собой слоями. Внешний трикотаж обеспечивает устойчивость к погодным условиям, изнашиванию и придает красивый вид одежде. А внутренняя мембрана позволяет телу дышать, но при этом остается водонепроницаемой. Не стоит забывать о нюансах ухода за изделиями из такого полотна. Стирать рекомендуется при температуре не выше 30 градусов Цельсия и применять специальные средства для мембранных тканей. Гладить одежду из мембраны желательно только с изнаночной стороны при температуре не выше 110 градусов. Капюшон на куртке имеет регулируемые утяжки по овалу лица. Куртка застегивается на молнию. На груди два вместительных кармана с клапанами на липучках. Внизу куртки два вместительных кармана. Манжеты на рукавах выполнены из очень мягкой эластичной резинки. Внизу куртка утягивается с помощью кулисок. А сейчас подробнее рассмотрим жилет костюма «Тройка». Жилет также застегивается на молнию и имеет теплый воротник «Тройка». Нагрудные карманы с клапанами на липучках. С левой стороны есть вместительный внутренний карман. С боков жилета два вместительных кармана. Нижние карманы жилета выполнены двойными. Верхние карманы идут с клапанами на липучке, врезные карманы сделаны с молнией. На поясе штанов вшита широкая эластичная резинка. Боковые карманы штанов сделаны накладными, поэтому они очень глубокие и удобные. Грузовые карманы по бокам сделаны с клапанами на кнопках. И на этом заканчиваю свой обзор. До новых встреч на канале. Увидимся!